приготовлению нам понадобятся куриные яйца, мука, сливочное масло, молоко, сахар, ванилин, крахмал и разрыхлитель. Взбиваем 6 куриных яиц. Засыпаем сахар 200 грамм, перемешиваем и взбиваем. Добавляем разрыхлитель 15 грамм. Немножко ванилина, как у меня. Молоко 500 миллилитров. Растопленное сливочное масло 250 грамм. Мука 500 грамм. Все перемешиваем и доводим до однородной массы. Теперь добавляем 90 грамм картофельного крахмала. Все, теперь наше тесто готово. Кистью смазываем нашу вафельницу растительным маслом. Теперь готовим вафельки.